Довольно любопытно, да, что два защитника играет адмирал, большинство это. Шула, гол! 4-1! Два защитника играли в этом большинстве. Тянулин не помог, мягко говоря. Шулак, автор заброшенной шайбы. 4-1. Все это в формате 5-3. Вот мы видим Шулак и Криштоф. Да, Криштоф набирает второй балл за результативность в дальний угол. Ну, тут, честно говоря, мало что сделаешь. Но какие претензии к Третьяку? Расстреливают его. Тут надо было разве что стоять на голове. Итак, у Криштофа уже три набранных очка. Два голевых паса сегодня.